С 1 апреля изменился порядок начисления денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Эта мера поддержки касается семей, у которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Если раньше всем семьям выплачивалась одинаковая сумма, то теперь расчет другой. В республике минимум составляет 9883 рубля. В зависимости от семейных доходов и пособие будет составлять 50, 75 и 100% этой суммы. Выплата 10 тысяч рублей родителям, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, они не будут учитываться в доходах семьи. Также при расчете нуждаемости будут включаться и учитываться дети-студенты в возрасте до 23 лет. И пособие можно будет получать и на опекаемых детей, которые сейчас считаются находящимися на государственном обеспечении.